Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам историю о очаровательном мальчике Рэе. Рэй – это очаровательный мальчишка, жизнь которого оказалась очень сложной. Он жил на улицах Мексики, и это отразилось на нем самым негативным образом. Бедняга-пес попал в руки злых людей, которые решили над ним поиздеваться. В результате избитый малыш лишился глаза, и его бросили умирать. Но бедняжку кто-то заметил. Жестокость людей поразила тех, кто заметил песика. Ему оказали помощь, он отправился в организацию, которая занимается спасением животных. Так Рэй оказался в надежных руках. Собачку начали лечить. Процесс выздоровления был медленным, но верным. И вскоре Рэй чувствовал себя уже намного лучше. Без помощи людей он наверняка бы погиб, но теперь риска для его жизни не было. Вскоре Рэя заметила одна семья. Они решили, что симпатяга станет идеальным питомцем и захотели подарить ему свою любовь и дом. Правда, малышу пришлось отправиться в Канаду и увидеть снег, которым он даже никогда не подозревал. Впрочем, непривычная погода даже понравилась ему, так что Рэй совсем не возражал против прохладной Канады после знойной Мексики. Хозяева говорят, что несмотря на пережитое, собачка очень ласковая и добрая. Она ладит с другими собаками, которые тоже проживают в этом доме и радуются жизни, забыв обо всем плохом. Конечно, Рэю пришлось приспособиться к тому, что видит он только одним глазиком. Но при этом он не отличается от обычных собачек. Хочется пожелать этому мальчишке и его семье оставаться на позитиве, несмотря ни на что.